Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор LEGO Звездные войны, артикул которого 75108 под названием Клон Commander Cody. В этом наборе 82 детали, год его выпуска 2015 и рекомендованная розничная цена этого набора 1299 рублей. И буквально ближайшие пару обзоров на моем канале я посвящу именно экшн-фигурам по Звездным войнам, которые у нас по строению похожи на биониклов. Давайте я отложу немного Cody в стороночку и посмотрим на коробочку и инструкцию. Коробка у нас вот такая вот высокая. Здесь, естественно, мы можем увидеть самого Коуди. И можете заметить также один такой косячок, который допустили леговцы. Как мы можем заметить, здесь у нас Коуди во второй фазе брони. То есть выполнен по третьему эпизоду. Но сзади мы видим кадры из второго эпизода. То есть леговцы немного у нас так ошиблись. Снизу у нас написано Buildable Figures. То есть фигуры для построения, можно так перевести. А сзади мы видим Коуди с разных ракурсов, также фигуры первой серии. И сверху мы можем заметить ростовку этой фигуры, то есть 23,5 сантиметра она у нас в высоту. Не обращайте внимания на то, что у меня коробка немного мятая, потому что эту фигурку я заказывал, она мне пришла по почте, поэтому коробочка помялась. Инструкция, она у нас также вот такая вот, можно сказать, длинненькая. И открывается она у нас как буклетик такой. И мы начинаем сборочку. Собрали мы Коуди за 30 страниц, и здесь у нас буквально на одной страничке весь перечень деталей уместился. Потом еще оставшиеся экшн-фигуры, еще наборчики 2015 года, еще битва генерала Гривуса и Оби-Вана и рекламка в игре, набор Лего. Ну и посмотрим на самого Коуди теперь. В принципе, в первой серии я могу выделить только генерала Гривуса и Дарта Вейдера из самых таких клевых фигурок. Но Коуди мне тоже нравится, и он, можно сказать, почти наравне идет с теми двумя фигурками. И давайте посмотрим его общий вид. Вот единственный минус, который мне не нравится в этой фигурке, это то, что если мы поставим его задом, то у нас здесь все ноги открыты, как вы можете заметить. Тут вот эти техник детальки биониковские. И, ну, это очень некрасиво смотрится. И нам надо ставить его на полку только вот в таком положении. Если вы, конечно, хотите его взять для того, чтобы украсить полку, а не поиграться, то, естественно, нам надо вот только вот так вот ставить. И мы не сможем его поставить задом на полку, чтобы он нас показывал всем так. Ну ладно, не буду говорить, что он бы показывал. Ладненько. В общем-то, клевая мини-фигурка. Точнее, экшен-фигурка. У нас из оружия у него есть вот эта вот винтовка DC-15. Мы ее можем отсоединить, естественно. Можем вообще ее убрать в стороночку. И вот такой вот у нас Коуди пошел в рукопашку. Такой, дроиды, я вам нападаю. Или там, джедаи, выполнить приказ 66. И такой, ладненько. В общем, мы можем посмотреть на его крутецкий шлем. Он вот так вот отсоединяется. То есть это у нас единая деталька, которая насаживается на вот этот шарнирчик. Вот, у него также здесь есть антенка, которая по-всякому регулируется. И вот такой вот шлем. Мы можем взглянуть на него поближе. Классные принты, клевая детализация, мне очень сильно нравится он. И также у нас есть принты на его броне. Она у нас такая потесанная, то есть он видно, что уже прошел через поле боя с дроидами и с джедаями. Также у него есть принт на левой ноге. Вот здесь вот. И, в принципе-то, все. Больше принтов у него вроде нигде нет. Сзади есть у нас такой вот ранец. Неплохо достаточно, но вот плохо, что не закрыты ноги у него, конечно. И вот это, в принципе-то, все. Это вся наша фигурка вот такая. Стоит ли вам его приобретать? Ну, в принципе, если вы фанат войн-клонов, то почему бы и нет? Мне фигурка очень даже понравилась, он клево так смотрится. Ну, а остальным я, в принципе, наверное, не советую. Вот у него тут отсоединился щиток от руки. Остальным я, наверное, не советую брать его, ну, по крайней мере, за 1300 точно не надо брать такую мини-фигурку, потому что тут всего 82 детали. Ну, нет смысла, мне кажется, за такие деньги. За 800 рублей еще ладно, можно было бы взять. Если бы вам он просто понравился, то можно было бы взять за 800 рублей, я думаю. Но так только фанатам воин-клонов его советую приобретать. Остальным лучше поднакопить на Дарта Вейдера или на генерала Гривуса, я считаю.
Ну и это все, в принципе. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился мой обзор. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете по поводу вообще экшн-фигур. И не забывайте также подписываться на канал влогов вот здесь вот. Я Slowpoke, да, я знаю, не надо меня ругать за то, что я не делаю обзоры вовремя, сразу же с выходом новинок. Но как могу, так и делаю. В общем-то, сейчас буду потихоньку обозревать все наборы, которые у нас выходили зимой. И я постараюсь уже выпустить потом обзоры на новинки лета вовремя. Так что, ребят, ждем новинки лета, посмотрим, смогу ли я исправиться и быть уже не слоупоком, а квикпоком, допустим. Ну и все, всем спасибо, с вами был Супер Легомен 444, всем пока, удачи, увидимся в следующем видео, пока, ребята.